Потому что петель, извини меня, но для нас петель это просто пиздец. Держите. Можно поднять. А у вас наручники, да? Склонили. Да, да. Если вы хотите, если у нас... Если держите, вы... держите, давай. Спасибо большое. Пожалуйста. Это... Блядь, это правильно с точки зрения молодчины. Стой, час, когда придут эти, ну, молодчины со знаком специй и так далее, лучше мы рядом. Потому что это очень важно и для нас, и для тебя. Это очень важно. Реально очень важно. Потому что то, что ты сейчас снимаешь, это очень важно. Ваша фамилия. Вы знаете, что здесь? Здесь издеваются над людьми. На дистанции одной руки разговаривай. Хорошо. Я выскажу свое мнение. Если вы не согласны, это ваше мнение. Я вас спрашиваю потом. Здесь издеваются над людьми, которые сюда пришли, и над ними издеваются. Господин. Они пытаются всяким образом себя защитить. Я пытаюсь воспользоваться этим, как это называется, ну не важно, короче. Люди здесь издеваются здесь те, кто находится над этим. Что я спрашиваю? Как это называется? Господин. Ну я буду сопротивляться. Я очень рад. Я очень рад, что когда я сопротивляюсь, то есть люди, которые готовы сопротивляться. И мы вместе готовы сопротивляться этому, как это называется, изоляционной брань. Я здесь. Административное наказание. Административное наказание. Ты находишься в публичном. Я здесь. Ребята, я здесь. Отойди. Я здесь. Но. На 3 метра отойди. Здесь всегда нельзя. Да. Нельзя писать. На 3 метра, пожалуйста. Я здесь. Но будет все столько. Эй! Погоша. Примерно так. Для тропаки. Да. Давай, окей, хорошо. Он взял, хорошо. Первая версия это османская. Это называется нормандская версия. Как мы, нормандцы, можем считать, что победил этот чувак? Вот. Это я им напомнил. Без норманцев. Я не хочу выебываться, поверь мне. Слушай, если бы я хотел выебываться, как тебе такой? Я тебе такой, такую показатель устроил, что ты бы сам охуел, как устроено славянское сообщество в наше время.